Техническую возможность можно проверить у нас несколькими способами. Самую актуальную информацию можно получить по телефону абонентского отдела 93 93 93. В любое время информация доступна на нашем сайте ikomtel.ru. Бывают такие ситуации, что в данном доме нет технической возможности. В таком случае мы рекомендуем нашим абонентам позвонить все равно в абонентский отдел, оставить заявку, так скажем, на будущее. При появлении технической возможности мы обязательно связываемся с абонентами, со всеми желающими.